день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, опять с вами. А мы находимся в торговый центр «Гринвич», улица 8 марта, строение 46. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим это пуховик, который настолько хорош, что мы приняли решение заказать его в трех цветах. Как на мне, бежевый, длина 90-95, это одна из востребованных длин по пуховикам. Далее, тренд сезона, это лиловый. Кстати, очень красивый цвет и идет многим. И, конечно же, базовый черный. Мы даже не ожидали, но опять черный цвет выбивается по продажам. Это номер один. Вот такой вот черный цвет. На мне бежевый цвет. Длина изделия 90-95. Размерная сетка представлена с 44 по 54 и даже 56 размер. Пожалуйста, успевайте, потому что предложения по пуховикам выбиваются очень быстро. Размерные сетки. Большой плюс. Обязательно ставится трикотажка, очень плотная резинка, здесь трикотажная ХБшка, и выполнена из матовой тафеты с эффектом стрейча. Эффект стрейча дает для того вообще очень удобный и большой плюс. Он повторяет форму вашего тела. То есть не сковывает движение, будь вы за рулем или просто в городском режиме, он повторяет и тянется как будто бы за вами. То есть большой-большой комфорт. Далее. Эта коллекция вообще у нас выполнена на пуху. Мы отдаем все-таки натуральным наполнителям предпочтение. Это 90% пух и 10% перо. Напомню, что перо обязательно добавляется в пуховые пакеты. Это делается для того, сейчас, простите, застегну. Молния, кстати, очень хорошая, она идет ресерверная, снизу и сверху. 10% пуха добавляется для того, чтобы пух... Перо поддерживало пух, вот как правильно сказать, и, конечно же, пух не опадал. Выходя на улицу, пух наполняется теплом, той температурой, с которой вы вышли, и хорошо держит великолепную теплоотдачу, хорошо держит тепло. То есть получается, что вы находитесь в капсуле. Дальше, ткани используются тоже великолепнейшие. Это на мембранной основе с пропиткой, дополнительная. Водоотталкивающие, да, свойства имеет, теплоизоляционные свойства и, конечно, грязеотталкивающие свойства. Далее, что мы имеем? Раскладка здесь идет горизонтальная по спинке, а спереди вертикаль. Далее, карманы у нас идут по диагонали. Опять же, мы знаем с вами, что это зрительно сужает нашу фигуру. Было принято решение никаких матрасов нынче в коллекции не делать, то есть минимализировать, потому что, ну, прошивка квадратами, она и придает объем, а здесь все спокойно. Ну и маленькая фишка, как всегда, это хорошие рабочие молнии по бокам. Кстати, очень многие ими пользуются при машинном варианте, да, при вождении, это тоже очень удобно. Вы присаживаетесь, не сковывает движение и можете убирать заднюю полочку. Это тоже очень большой плюс. Кстати, еще раз подчеркиваю, фурнитура очень классная. Длина 90-95 и стоимость для наших подписчиков с учетом скидки. Стоимость будет 42 400. Это тот пуховик, который, первый, никогда не выйдет из моды. Эти ткани, эта фирма, в общем-то, зарекомендовала себя более 10-12 лет на рынке, которая отшивает только пуховики и знает про них все. Поэтому мы выбираем лучшее и для вас, наших покупателей. Ну и, конечно же, хочу показать, что очень удобно планка. Застегивается до конца, то есть минимализируя одежды. Тут можно запросто обойтись и без шарфа. И еще, опять же, фишка – двойной капюшон. То есть очень тоненький, который идет на резиночке, очень хорошо вокруг головы, да? Вот таким вот образом. Но его не видно, заменяет вам шарф. Это тоже очень большой плюс. Кнопки фурнитуры используются Япония. Хочу показать вам, насколько он легкий. И подкладочная ткань идет тоже тон в тон. Пуховые подушки не пришиваются к подкладочной ткани. Это тоже большой плюс. Посмотрите, ткань также идет с эффектом стрейча. Хочу показать, насколько он легкий. Если камера передаст, посмотрите, вот он как кушунка. Но хорошую теплоотдачу мы вам гарантируем. Вообще эти пуховики можно применять, конечно же, как холодное межсезонье одевать и полноценный зимний период. Да, отдельное внимание хочу уделить капюшону. Посмотрите, он какой прикольный. То есть это вот мы называем малый капюшон,
а к нему еще идет вот такой большой. То есть я думаю, кто приобретет это изделие, проблема в головном уборе будет, конечно же, решена за счет вот таких вот двух капюшонов. Один капюшон несет также функцию защиты, как воротник. Сегодня мы с вами рассмотрели одну модель, которая у нас будет представлена в трех вариантах, потому что на самом деле пуховик настолько хорош, что было принято решение, повторюсь, его сделать в трех вариантах. Итак, это бежевый, это лиловый и самый востребованный на сегодня это черный. Будьте с нами, а мы ждем от вас мерки, объем груди, бедер и вашу расстановку. Всего хорошего, а у ее мечты семьи Олимпия, и мы идем дальше.